Чебоксары в формате 3D предстали сегодня перед жителями Чувашии, которые пришли на 93-й день рождения Национального музея. Гости праздника совершили виртуальную прогулку по исторической части города, познакомились с архитектурными сооружениями 18-го, начала 20 веков. Кроме этого, в музее прошла театрализация «Чебоксарские стрельцы» и открылась выставка «Все дело в шляпе». Наглядные пособия по истории Чебоксар оценили Ольга Алексеева и Сергей Рябчиков. Уже от начала 18 века основная часть церквей выстроена в камне. Чебоксары 18 века представляют собой видеопроекцию или фильм, в котором реконструирована историческая часть столицы. Проект создали на основе архивных данных, фотографий, документов, плана застроек города. Мы все знаем, что город наш в течение веков менял свой облик. Многие здания потерялись, часть историческая затоплена, оказалась под водой. И современный житель не знает, как он выглядел в 18 веке. Проект выполнялся в три этапа – научное исследование, техническая визуализация, создание фильма. Восстановление проходило средствами 3D-моделирования, которое позволило более наглядно рассмотреть, как выглядели здания. Работа была очень сложная. Специалисты отметили, что такое в России делают крайне редко. Они нужны и для воспитания молодежи патриотического, и для обучения, может быть, даже. И для обучения, скажем, истории архитектуры, то есть какая-то есть, да, строитель, архитектор будущих. Виртуальные проекты никогда не бывают завершенными, добавил Игорь Кугураков. Поэтому работа над воссозданием старинных Чебоксаров продолжится. Кто не успел на презентацию, могут прийти в музей и прослушать экскурсию под названием «Чебоксары от крепости до столицы». Ольга Алексеева, Сергей Рябчиков, Республика.